Всем привет! Если меня слышно, отпишитесь, пожалуйста. И если картинка уже появилась. Сейчас я себя тоже настрою чат. Вроде я убрал задержку с тренировки, то есть мы должны как-то в таком онлайн режиме больше общаться. Вот. Так, чтобы мы смогли вживую просто разобрать видео. О, есть. Слышно, картинка есть. Радиохейтер пишет. Да, тренировка радиохейтеру просто скажу. Тренировка предыдущая, где мы разбирали тильт и игру Стармеха, или уже где-то должна появиться, или в обработке, потому что там были небольшие технические проблемы. Вроде бы я их устранил, и теперь видео будет кодироваться в нормальном формате, то есть видео будет появляться сразу после трения. Ну а эта тренировка точно будет в записи в видео, то есть можно будет еще раз пересмотреть, плюс пока готовлю материал насчет вот этих колов с карманками и так далее, и так далее. Но само видео, ну, оно точно будет. Вживую, пишет радиохейтер, вживую, сори, это тебе надо по скайпу с, ну, я прочитаю Калита или Калита, не знаю. Отпишись, пожалуйста, как верно, правильно, с каким ударением читать твой ник, созвониться. Не уверен, не уверен, потому что если убрать задержку, появилась, ты уже скачал радиохейтер к трению, ну окей, тем более, вот, если мне просто удобно, если во время видео мы будем понимать, на каком споте мы остановились, да, потому что если я дам задержку хотя бы 20-30 секунд, живое видео и, ну, может получиться, что... Может получиться небольшой какой-то диссонанс, и мы уже не поймем, где мы и что мы делаем. Вот поэтому было бы очень удобно вот в таком более режиме. Сейчас, секундочку, я посмотрю, все ли у меня транслирует, все ли у меня хорошо идет. Да, все-таки я верно оценивал, да, калита. Верно. Ну окей. Окей, поехали. Я так понимаю, что была небольшая проблема с то ли даунстриком, то ли плохой игрой. И что-то... А, на МС ударение Стармех подсказывает. Ну да, это будет сложнее. Так понимаю, то ли небольшой даунстрик, то ли проблемы с игрой. Сейчас разберем, посмотрим. Если будет время в конце, где-то может на каких-то раздачах более детально остановимся. Если нет, просто разберем видео, то есть попытаемся помочь. Видео не смотрел, поэтому, ну, будем прям вот с нуля начинать. То есть никаких заготовок нет. Если надо будет, подключим Flopzilla и будем смотреть, почему у нас игра не клеится. Поехали. Если я пропущу какой-то спот, потому что 4 стола, вы, пожалуйста, отписывайтесь, где-то там пишите, какой стол, я остановлю видео, там вернусь, прокручу и так далее, чтобы просто все успевали смотреть и чтобы мы действительно важные споты не пропускали. Так, секундочку, я пытаюсь сделать так, чтобы нам не мешал внизу статус-бар. Так, радиохейтер спрашивает, Betfair это куда россиян не пускают? Честно говоря, не знаю. Надо спросить или у нас на форуме, или в саппорте. На Betfair не играю. Но раз у нас играют, значит хорошо. Первый стол 6-4 это нормально, фолд.
Единственное, что нам надо, наверное, договориться, как мы будем столы по номерам называть, да, то есть, ну, так по дефолту, наверное, первый это левый верхний угол, за ним второй, внизу под ним третий и, ну, то есть за часовой стрелкой и четвертый, ну или там третий, четвертый как-то будем угадывать. Вот. Но не думаю, что суть важна. Пока все окей, посмотрим, что там у нас с тузами за вторым столом получилось. Если по ходу я что-то прозеваю, останавливайте. Так, с тузами нам просто пока отдали спот. Единственный такой вопрос небольшой. NL10, я так понимаю. Да, вроде бы NL10. Окей, смотрим пока везде фолды. Вот второй стол 7-8. Я на секунду остановлю. У нас от фиш так пока, да, на 500 рук, я так понимаю. У нас фиш 44 на 16. То есть, в принципе, 16 он все-таки открывает. И в этом лимпе есть сильные руки, но не топ. То есть, топ спектра мы уже выбрасываем. Он лимпит. Потом совсем непонятный человечек, которого на 1000 рук 62-1-1, ПФР, ВПИП и так далее. То есть, в принципе, вот у него может быть все, что угодно. Ну, в 1%, наверное, все-таки какие-то тузы, короли, если не слоуплеи, должны вписаться. В принципе, 7-8, да, мы можем просто посмотреть борд и просто чекнуть. Но, наверное, я бы все-таки склонялся к какому-то небольшому открытию. Где-то там 3 ББ, наверное, чисто символических, чтобы увеличить банк. Все-таки мы в позиции на супер крутого фиша 62 на 1. И 44 на 16, он, ну, у него точно не топ-спектр. То есть, если бы вот этот тоже был 60 на 1, тогда да, тогда чек полностью в порядке. Но мы же понимаем, что у него тут не суперсильный спектр, потому что 16% каких-то он все же открывается, и это немало из МП для фиша. Так что, ну, наверное, нет, ну, нет большой разницы. Я бы все-таки чуть-чуть подкрутил, потому что чуть больше тогда будет на постфлопе банк. И против таких двоих нам бы хотелось все-таки получить свой банк, раскрутить и забрать деньги. Вот. Но чек тоже, наверное, не ошибка. То есть я бы к этому не сильно придирался. Окей, мы играем чек. Вот тут интересный спот. Так, Калита нам пишет, голубые это активные фиши, зеленые пассивные фиши, оранжевые реги. Спасибо, будем это учитывать при анализе. Радиохейтер, по концепции доминации мы без позы не изолейтим руки, которые не флопают топ-пару. Наверное, в этом есть смысл. Но вот как раз о чем я оговорился с самого начала, да, что ну, без позы это слишком громкое заявление. Мы в позиции на супер заливного фиша. То есть как раз мы в позиции на малый блайнд. СБ это тот, который должен нам принести много денег. 62 на 1. То есть понятно, что этот человек вообще не понимает, что происходит за столами. Вот человек, который 44-16, да, я согласен, в него мы без позы, и он, единственное, чем можно как-то чуть-чуть подстроиться, это то, что он, если он лимпил, то все-таки там не топовые руки. Поэтому я оговорился, что чек тоже окей. Но если бы мы, скажем, играли просто против этого Зимзила, я бы все равно был за какое-то мелкое открытие, там 2 или 3. Просто потому, что фиш знакомый. То есть это не просто неизвестный фиш, и нам надо играть от дефолта, от своих спектров. Если мы играем с человеком, который играет 44 на 16, то это такой, ну, фишной на NL10. И все же какие-то вещи мы можем отыграть лучше. Хотя, повторюсь, да, концепцию никто не отменял, без позы можем не играть. Но вот конкретно в этом споте мне просто нравится, что на СБ сидит 62 на 1. То есть это человек, с которым мы хотим разыграть хорошие банки. И тут будет нюанс не просто в том, что попадаем мы в топ-пару или нет, а в том, что наша игра, наша рука в позиции на СБ
И эта рукав, если собирает какую-то хорошую комбинацию, то в большинстве случаев это будет нац, и мы заберем просто огромный банк.